Спасибо за донат. Есть три видео, которые я за вчерашний день и позавчерашний скрыл, где я рассказывал о своем детстве и друге Димане Срывацком, его мамане, именно не маме, а мамане, которая очень умная, но поскольку я являюсь гоем, разумеется, она воспользовалась моими деньгами, но она очень умная, это не отнять. Если бы я ее послушал, многое в моей жизни бы улучшилось. Я приведу цитату просто в детстве, которую я не понимаю искренне и не одобряю. Цитата моего друга детства Димана Сарвацкого. Когда он постучал моего друга детства, который меня лишил зрения, лишил девушки, лишил и избил еще потом дополнительно. И любого, кто ВКонтакте добавится ко мне в друзья, он им рассылает, и, кстати, такие файлы, которые, чтобы они отступили и замкнулись в себе. Он сказал, Диман Сарвацкий, по поводу него в детстве: во-первых, он не русский. И я не понял смысла. Я ничего не ответил, я не понял вообще, что это значит. Если бы я был поумнее, я бы спросил его, что это значит. И он бы объяснил мне. И, возможно, я бы не стал бы с ним дальше дружить, и он бы меня не избил, став неонацистом, скинхедом, лишив зрения навсегда на левый глаз. И потом еще избивал меня, и девушки лишил. И его мама, Димы Сарвацкого, сказала такую фразу, когда мы еще дружили. Это ее цитата, не одобряю. Если бы во всем мире все люди исчезли вообще и остались бы только... И дальше слово из 3-4 букв начинается на Х, а заканчивается на И. То она бы предпочла умереть, не размножившись с ними. Это ее цитата, не одобряю. У нее завышенный IQ. Еще там такой был момент в детстве. Мы за двумя отморозками шли, и Диман Сарвацкий шел. И он просто поднялся, сказал: я сейчас быстро поднимусь, спущусь. Он поднялся и остался у мамы своей. И не спустился. И один из этих отморозков сказал: умный пацанчик. Умный пацанчик. А на самом деле это просто его мама сказала: останься, не спускайся к ним, не связывайся. А я с ними, если что, запугаю. Таким образом, я остался, а он умно поступил.